Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией и очередное видео по проекту, который находится на предстарте, порту услуги. Делаем деньги. Это не проект, это космос. Это суперпроект. У меня очередной вывод. Значит, всего заработано у меня уже 398 рублей. С распределений 148 и с приглашений 250. И уже вот капает денежка, уже опять на балансе у меня с распределения идет, капает как бы денежка, да? И вот доступно к выводу. Опять я могу вот это уже выводить. Значит, перейдем на почту, и я вам покажу вывод. Payr открываем. Пожалуйста, 234.40. Делают деньги. Порт услуг. Проект платит. Все окей. Я сказать, что я довольна, это я супер довольна. Значит, маркетинг я уже наизусть выучила. Почитайте на главной странице, там ничего сложного. Маркетинг изумительный. Значит, что здесь вот мониторинг есть. И здесь у вас будет показано, откуда пришел человек, как бы ваши переходы. Дата и время, тип переход, откуда источник. Тут все. И вот что, смотрите, вот переход, обзор, регистрация. Кто-то ко мне вот пришел. Все. Опять активация, регистрация, обзор, переход. И даже кого-то уже удалили, потому как прошло 24 часа, человек не активировался. Он зарегистрировался, но не активировал, как бы не зашел на 100 рублей. У него просто было... И вот как они пишут, что они через 24 часа, через сутки удаляют. Вот. Далее что? Ну, здесь вот в промо-материалах рев-ссылочка, напомню вам, будет находиться ваша. Здесь баннеры. Ну, а здесь где найти рефералов? Далее в настройках прописываем кошелек. Выбираете платежную систему, какую вам надо. Киви, Payr, Яндекс. Сюда вписываете кошелек. И нажимаете на вкладочку на эту. Значит, что по поводу платежей? Payr и Киви, по-моему, ну, Payr сразу зачисляются. И Киви вроде. А с Яндекс деньги нужно немножечко подождать. Если кто будет активировать кабинет с Яндекс денег, то нужно немножечко какое-то определенное время, я не знаю сколько, чтобы они там вручную все делают на Яндексе. Вот, чтобы денежка поступила в кабинет. Ну, здесь вкладочка «Вывести». Здесь у вас будет стоять ваша платежная система, номер кошелька. Сюда вписываете сумму и нажимаете «Вывести». Вот, ну что, в принципе, приглашаю в проект. Вот у меня 7 приглашенных, активированных 5 и неактивированных 2. Даже без... Вот, на распределении, вот ровно сутки, наверное, во сколько я зарегистрировалась, я не помню уже вчера, но где-то в районе в этом времени. И вот я за сутки уже, как я уже сказала, я свои деньги, вот эти 148 рублей с распределений, без приглашений, я их заработала. Вот. Так что приглашать, кто не умеет, не обязательно. Ну, а кто умеет, естественно, надо понимать, что это онлайн-бизнес, и нужно приглашать, естественно. На этом буду заканчивать. А еще что хочу дополнить. Вот здесь на поддержка, если у вас какие-то неполадки в кабинете, потому что это еще идет предстарт, бета-версия, и, возможно, какие-то, может, технические неполадки. Вот сюда нажимаете и пишите в техподдержку. Задаете вопрос или там что-то вам ответят. Вот теперь все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!